Прошедшая неделя была чрезвычайно богата на всевозможные события, маленькие, большие, скандальные и не очень. И начнем мы, пожалуй, с самого скандального события, связанного с праздником народного единства. В этом году башкирские власти решили фактически не отмечать День народного единства на фоне того, что Ради Хабиров многократно запретил всевозможные массовые мероприятия, всевозможные скопления людей, а власти Башкирии в принципе ничего не делали, и все разошлись по домам отдыхать. И тут, как говорится, прилетело откуда не ждали. Рамиля Саитова, скандально известная деятельница, не знаю уж как сказать вот правильно, политической или общественной жизни республики, сделала свое очередное скандальное заявление, и в этот раз оно не осталось незамеченным силовиками. Вчера вечером мы узнали о том, что Рамилю Саитову задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, задержали ее на 48 часов, на двое суток, видимо, до предъявления обвинений. Предварительно стало известно, что ее обвиняют по 280 и 282 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разжигание розни и призывы к экстремизму. Посмотрим, какие обвинения будут выдвинуты, но важнее разобраться, собственно, в сути тех заявлений, которые были сделаны Рамилёй. А заявила она весьма о себе грандиозные вещи. Во-первых, обращалась она даже не к российским и не к башкирским властям, а непосредственно к иерархам Люцифера в попытке примирить иерархов Люцифера с башкирским народом. По мнению госпожи Саитовой, слуги Люцифера, да и сам, видимо, Люцифер, очень в обиде на башкирский народ, который в ее представлении много досадных и неприятных вещей сделал князю тьмы. В общем, конечно, если честно, то 90% того, что говорит Саитова, это вовсе не вопрос правоохранительных органов, а на мой непросвещенный взгляд, все-таки вопросы и темы, которые должны заинтересовать специфическую часть психиатрии, которая вот занимается какими-то политическими сдвигами в сознании человека. Но, к сожалению, в ее речах, в ее роликах есть и достаточно пугающие, серьезные вещи. Я говорю о том призыве, который она выдвинула в последний раз. И речь идет о призыве сносить поклонные кресты, которые установлены в разных местах на территории Республики Башкортостан, и здесь уже, как говорится, шутки кончились. Честно признаться, я не могу сказать, чтобы вот мне бросались в глаза везде эти поклонные кресты, и, наверное, никто не может сказать, что у нас слишком уж перенасыщено визуальное пространство этими христианскими символами, но вот Рамиля Саитова пошла войной на эти кресты с требованием их сносить. По ее мнению, наличие этих крестов плохо влияет на башкирскую исламскую молодежь, детей, которые там растут в ее представлении в каком-то неправильном пространстве, которое там, значит, все ухудшается и ухудшается. Саитова предполагает, что скоро христиане начнут брать с нехристиан деньги за воздух и за пребывание в пространстве. Но, в общем, это, конечно, тоже, наверное, где-то в области психиатрии. Но в целом все это выглядит очень провокационно. И вот здесь давайте порассуждаем. Если нашлись люди, которые уже подожгли этот крест в Башкирии, если найдется человек, который выйдет с топором и начнет рубить этот крест, то обязательно, конечно же, найдется и человек, который в ответ ударит по голове дубиной этого человека с топором. И вот мы получаем готовый межнациональный, межконфессиональный и религиозный конфликт. Вот на это, конечно, нужно обратить самое пристальное внимание и каким-то образом не допустить этих событий. Куда же смотрела власть, с которой я, собственно, начал говорить, где наша внутриполитическая система и внутриполитический блок администрации главы? Вот тут, конечно, Кельсинбаев, Саша Сидиакин и прочие и же с ними прощелкали вспышку. Вот это их непосредственная задача, это их непосредственное поле деятельности, но ребята, увлеченные разделом и погоней за креслом мэра города Уфы, видимо, совершенно забыли о своих непосредственных обязанностях и пропустили вот эту историю. И получилось так, что самым ярким событием на День народного единства в Республике Башкортостан стала вот эта провокационная выходка Рамили Саитовой. И, конечно же, это не могло никак
не попасть в фокус внимания и силовиков, и вообще населения республики. Очень многие задают мне вопросы по разным совершенно каналам, и в мессенджерах, и лично, и где-то там в каких-то, значит, сообщениях, в телеграм-каналах и так далее. И вопрос этот, в общем-то, касается Андрея Назарова. Спрашивают, почему я его не ругаю, нет ли у меня к нему претензий. И вот сегодня я буду ругать и предъявлять претензии господину Назарову, но не потому, что вы так очень этого хотите, а потому, что у меня на самом деле накопилось. В первую очередь, мои претензии к Назарову сводятся к темпу действий. Мы все возлагали надежды на Андрея Геннадьевича, что он явится неким санитаром леса и начнет все-таки расчищать наше несчастное правительство от бездельников и трутней. Однако время идет, и ВОЗ практически ныне там. Избавившись от абсолютно ненужного, но и при этом же безобидного господина Ягафарова, господин Назаров прекратил кадровую работу внутри правительства. Мы, честно говоря, ожидали большего. Вот правда-правда. Абсолютно невооруженным глазом и даже без личного присутствия в правительстве понятно, что в нем присутствует 3-4-5, а то и больше крупных фигур в ранге вице-премьеров и министров, которых нужно срочно менять. А что же господин Назаров, который достаточно долгое время уже провел в ранге и премьер-министра де юре, и премьер-министра де-факто тем более, почему нет этих действий? Почему господа Нафиков, госпожа Иванова, госпожа Бойцова, господин Беляев продолжают свою разрушительную деятельность на своих постах? Вот этот вопрос, и это главная претензия господину Назарову. Второй вопрос, который я бы поставил для Андрея Геннадьевича, это вопрос грядущей приватизации. Очень странно выглядят планы приватизации правительства, я имею в виду приватизацию вот этих 7 вполне себе благополучных предприятий. По крайней мере, 6 из этих 7 предприятий, которые запланированы на приватизацию, принесли прибыль в прошлом году и не могут считаться убыточными. Зачем мы продаем курицу, которая несет золотые яйца? Совершенно непонятно. Обычно продаются предприятия, у которых наметились проблемы и которым нужно, например, срочное финансирование, чтобы пришел инвестор с деньгами, купил предприятие, которое не очень хорошо себя чувствует, недорого, и начал его развивать за свои деньги. Обычно вот эта схема приватизации, она повсеместная и одинаковая. Однако сейчас мы наблюдаем обратную картину. На торги выставляются вполне себе жизнеспособные и прибыльные предприятия. Что-то мне подсказывает, что с приватизацией у нас будет все как обычно, в плане там отбора покупателей, цен, откатов и прочей ерунды. А вот потеря Башкортостаном 7 предприятий, приносящих прибыль, это уже важнее. Деньги мы очень быстро проедим, а прибыльные предприятия уйдут в чужие руки. Это первый вопрос. Второй вопрос – совершенная, абсолютная неопределенность с бюджетом. Вот здесь Андрею Геннадьевичу, пожалуй, нужно каким-то образом публично прояснить ситуацию. Уже ноябрь, и есть ощущение того, что в бюджете образовалась какая-то совершенно дикая дыра. Чем ее будут закрывать, нужно объяснить, потому что уже и Минфин, и люди, которые погружены в эту историю, начинают потихонечку волноваться. Андрей Геннадьевич, давайте проясним ситуацию с дырой в бюджете. Не придем ли мы к ситуации, когда в декабре мы начнем просить денег у федералов просто взаймы, и тогда Башкортостан окажется в числе, на самом деле, регионов-изгоев в глазах федералов, то есть те, кто просят деньги на жизнь, в федеральном центре уже больше не рассматриваются как регионы, которые там потенциально могут привлечь инвесторов, которым нужно помочь с всевозможными проектами и так далее. Не попадем ли мы в эту ситуацию? Где мы найдем 15-17 миллиардов, которых не хватает в бюджете, и которые предварительно команда Хабирова прогуляла на праздниках и всевозможных сабантуях, я не знаю. И вот хотелось бы, чтобы Назаров ответил на этот вопрос. Я понимаю, что Андрей Геннадьевич сильно-сильно занят, решая горячие и горящие проблемы Хабирова, я имею в виду и ковидные госпитали, и всевозможные вот эти вот истории, но, однако, жизнь на этом не заканчивается, и вот ответы на эти вопросы нам нужны срочно.
Безвременная кончина Ульфата Мустафина не только потрясла горожан, его друзей и близких, но и вызвала совершенно неадекватные реакции в определенных кругах. Я говорю о реакции общественных палат города Уфы и общественной палаты Республики Башкортостан. Два общественника, господин Шамазов и господин Валеев, я имею в виду Шамиля Валеева, выступили неожиданно с инициативой назвать улицу, там, проспект или хотя бы сквер в Уфе именем Ульфата Мустафина. Вот, честно говоря, я прямо оторопел в какой-то момент от подобного, от того, что еще не прошло недели с момента похорон Ульфата Мансуровича, и эти два лизоблюда уже в присядку выкатились на арену и начали, значит, причитать и прихлопывать и притопывать в попытке сделать приятное начальству, пока то еще начальство не отошло от эмоционального шока. Иначе оценить вот эту инициативу, безобразную, лицемерную инициативу вот этих двух негодяев, я не могу. И Шамазов, и Валеев никакого отношения, в общем-то, к Ульфату Мансуровичу не имеют. Толком с ним не были знакомы и тем более не были друзьями. И вдруг вот эти два услужливых языкастых парня выбегают и начинают выдвигать эту инициативу. Я очень надеюсь, что и город, и республика оставят эту идею без внимания. Напомню, что вообще-то называть именем кого-то улицы, проспекты, переулки и площади положено по истечению определенного срока. И вообще, я говорю, ну, когда вот еще не отгремели траурные марши, выходить с подобными инициативами – это просто неприлично. Очень много шума в публичном пространстве республики на прошедшей неделе наделало интервью музыканта Моргенштерна Юрия Дудю на видеоканале «Последнего». Примечательно здесь не само интервью, которое процентов на 70 состояло из мата вот этого вот персонажа под псевдонимом Моргенштерн. Примечательно здесь реакция башкирских властей. Люди, которые себя ассоциируют с командой Хабирова, но по сути, наверное, в нее не входят, я имею в виду господина Ахмадинурова, который всеми силами всегда и постоянно причисляет себе к первым лицам, там, ближайшему кругу Радия Хабирова, почему-то это делают через вот эти вот цементирующие фигуры всевозможных Элвинов, Греев и тем более Моргенштернов. И в этот раз господин Ахмадинуров, предводитель уездных единороссов, как бы пошел тем же самым путем, начав расхваливать Моргенштерна, полагая, что это очень приятно господину Мурзагулову и, соответственно, господину Хабирову. Вот эта вот прямолинейная простодушность Ахмадинурова рано или поздно, конечно, его подведет под монастырь. В этот раз Рустем Маратович договорился до того, что он не удивится и вполне себе предполагает, что матершинник Моргенштерн выдвинется кандидатом на ближайших выборах от Республики Башкортостан. Вне всякого сомнения, господина Моргенштерна, видимо, будет выдвигать «Единая Россия». Я удивлен, как до сих пор еще этого иерарха Люцифера господин Ахмадинуров не принял в партию под барабанную дробь. Все это настолько ничтожно и настолько смехотворно, что, пожалуй, уже стоит задуматься о том, ну вот та ли фигура у нас возглавляет партию «Единая Россия» по Республике Башкортостан. Не надо ли пересмотреть вот этот кадровый состав и насколько много вреда имиджу главе республики наносит сам по себе Ахмадинуров, вот, комментируя события в открытом пространстве абсолютно произвольно. Более того, с риском для потери полностью имиджа не только партии «Единая Россия», которая там каким-то уж особенным имиджем похвастаться не может, но и главы Республики Башкортостан. Давно мы не говорили про обманутых дольщиков, и новостей в этой сфере, в общем-то, накопилось. В первую очередь хотелось бы сказать про ситуацию со сгоревшим домом на объекте стройиндустрии в Иглино. Там произошли совершенно неожиданные события. Дольщики стройиндустрии обратились к куратору Башкортостана в Федеральном фонде Дом РФ и получили совершенно неожиданный ответ от Максима Деркача, который курирует в Московском фонде
Республику Башкортостан. Этот самый Максим Деркач со свойственным лицемерием каждому человеку, носящему подобную фамилию, заявил, что так как следственные органы предполагают поджог в этом пожаре, то он, Максим Деркач, предполагает, что поджог был осуществлен дольщиками для того, чтобы дом не достраивали. А так как он, Максим Деркач, это предполагает, то он будет настаивать на достраивании этого сгоревшего и до этого аварийного здания в назидание этим дольщикам. Ну, более абсурдные картины, конечно, представить себе сложно. Мало того, что следствие еще не закончилось, и никого обвинять сейчас пока невозможно. Следствие все еще не пришло к выводу о том, кто и как, и когда, и что это поджег. Однако господин Деркач уже делает эти выводы. Так еще и, как бы воспитывая предполагаемых поджигателей, он назло бабушке будет достраивать здание, которое уже, в общем-то, дважды нужно было снести. Ну, вот абсурд и безумие. Есть новости и по самому старому долгострою Республики Башкортостан, я имею в виду вот этот вот пресловутый Менделеевский треугольник, который уже превращается постепенно в Бермудский треугольник башкирского недостроя, в котором пропадает все. В первую очередь в этом треугольнике пропадают надежды и вера в человечество, а также вера в эффективность башкирских и городских властей. Речь идет о том, что на прошедшей неделе некоторые пайщики и дольщики этого несчастного дома по Менделеева получили официальный отказ от нового застройщика, вот этого СЗТН, который при условии достраивания недостроя получил участок земли на возведение нового дома. Как я и говорил, как только этот новый застройщик, муниципальный, кстати, застройщик, получил вот этот участок, он тут же потерял всякий интерес к дольщикам, благодаря которым он только и получил этот участок. На этом новом участке ударными темпами возводится дом и ударными темпами продаются квартиры в этом доме. А вот эти несчастные люди, которые, в общем-то, и ждали помощи за счет вот этой схемы, теперь получили письма о том, что они эту помощь не получат. Ну, собственно, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. И я бы дал совет этим людям, которые являются пайщиками и дольщиками Менделеев 128/1, поменьше обниматься с этим новым застройщиком и поменьше доверять пустым словам и городской мэрии, и руководству этого застройщика. Но, пожалуй, самые грандиозные новости в области долевого строительства пришли из Миловского парка. Стало известно, что наблюдательный совет фонда Дом РФ принял решение по 17 домам этого многострадального жилого комплекса, 17 домов будут достраиваться. А также дома 13 и 14 кварталов достраиваться не будут, и дольщики из этих домов получат денежные компенсации. Вроде бы как ура-ура, но тут есть масса вопросов. Первое. Мы знаем о том, что на 2021 год, который наступит буквально через полтора месяца, у фонда Дом РФ практически нет финансирования. Там 1 миллиард на всю страну. А будет ли дополнительное финансирование, так и непонятно. А учитывая апокалиптические настроения нашего правительства по поводу финансов в 2021 году, ответ напрашивается сам собой. Нет, не будет. Соответственно, ни о какой достройке в 2021 году речь идти не может. Второй вопрос. Что будет с теми квартирами, которые фиктивно и нефиктивно оформлены на семью Комлевых? Они тоже получат достроенные квартиры или компенсации в тех домах, которые не будут достраиваться? Вот это, конечно, было бы верхом цинизма. И это не все вопросы по чете Комлевых. Там масса вопросов. И вопросы, между прочим, уголовного характера. У нас в смысле что? Все? Забыли, простили? Поразительная абсолютно ситуация в этом смысле. Никаких новостей по уголовным делам, а там, ну, реальная же уголовщина. Там же 2 миллиарда денег пропало, в том числе и бюджетных денег. Ну вот это ни в какие ворота, это вопрос и к Следственному комитету, и к прокуратуре, которые, ну, наверное, обязаны всем этим заниматься. Очень многие меня спрашивают, какова перспектива вот в этой сфере сейчас, и каковы перспективы работоспособности вот этого фонда Дом РФ. Я всегда скептически относился к этому фонду. И тут напрашивается еще одна претензия к господину Назарову. Неужели Андрей Геннадьевич не видит, насколько недееспособен башкирский сегмент фонда Дом РФ?
насколько те люди, которые в нем работают и взаимодействуют с федеральным фондом, ведут работу недолжными темпами, абсолютно в недолжном порядке и так далее, и так далее. А отвечая на вопрос перспектив самих дольщиков, я бы скорее относился скептически к этим перспективам. И вот почему. Давайте предположим перспективу получения денег за недостроенные дома где-нибудь там в районе 2022-2024 года. Вернут суммы, которые были затрачены, это 38 тысяч, либо какие-то оценочные цифры, но это абсолютно точно не будет соответствовать рыночной цене квадратного метра. Вот теперь представляете, уже в Уфе самое дешевое жилье это от 70 тысяч, приличное жилье от 100 тысяч. Вот прикидывайте, на что можно будет потратить 38 тысяч, которые вернут дольщикам 13-14 кварталов Миловского парка. Полагаю, что на какое-то незначительное строение в виде бани, а то и собачьей будки. Не можем обойти мы сегодня тему пандемии COVID-19. На прошедшей неделе достаточно много событий было связанных с этим явлением. Я говорю о том, что в указ Хабирова о мерах противоэпидемиологических опять было внесено изменение. И, судя по всему, с понедельника у нас лица старше 65 лет уходят на карантин и самоизоляцию. Судя по всему, старшие классы школьников тоже будут заниматься дистанционно. Вузы уже занимаются дистанционно, СУЗы пока не знаю. Но еще была одна новость, касающаяся студентов-медиков. Мы помним вот это вот противостояние между студентами-медиками и башкирским Минздравом, и вообще башкирскими властями. Эту попытку вместо устройства их на работу отправить их на бесплатную практику. На мой взгляд, бессовестная и безобразная попытка сэкономить там, где нельзя экономить. Так вот, эта история получила продолжение. На прошедшей неделе депутат Государственной Думы от Республики Башкортостан Иван Сухарев от имени студентов-медиков обратился к министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко за разъяснениями по этой ситуации. Параллельно с этим вышел приказ министра просвещения и образования Российской Федерации о том, чтобы перенести практику в некоторых высших учебных заведениях на осень и конец 2020 года. Вот это вот опять попытка привлечь студентов к бесплатному труду. Судя по всему, противостояние продолжается, и мы с интересом и волнением будем наблюдать за этими событиями. Еще одна история, связанная с пандемией, вызвала мой интерес на прошедшей неделе. Это сообщение некоторых СМИ о том, что, оказывается, в некоторых медицинских учреждениях республики установлены платные автоответчики. То есть работает следующим образом. Понятно, что вот в период пандемии количество звонков в всевозможные медицинские учреждения, больницы, поликлиники, диспансеры возросло в разы. Люди стараются, прежде чем пойти туда ногами и поприсутствовать там физически, позвонить, уточнить, узнать, обезопасить себя от напрасных, например, визитов. И совершенно правильно делают. Так вот, кто там, я не знаю, догадался до этой технологии, но в некоторых, по крайней мере, трех медицинских учреждениях по Уфе установлены автоответчики, звонки на которые платные. Представляете уровень цинизма? То есть там какая-нибудь бабушка, дедушка или там тетушка дозванивается до поликлиники, больницы или диспансера в попытке уточнить график работы врача, ее там ставят в искусственную электронную очередь на дозвон, и все это время поминутно с нее снимаются деньги с телефона. Тут уже просто я вот в шоке и развожу руками. Я не устаю напоминать нашим зрителям и подписчикам о необходимости ставить лайки и всячески поддерживать наш канал. Только за счет ваших усилий канал наш поднимается вверх, продвигается и становится доступнее и понятнее более широкому кругу лиц, более широкой аудитории. В общем, ставим лайки, это самый простой способ поддержать канал. Комментируем, репостим каналы на любых социальных площадках, то есть просто перепостить выпуск, это уже большая помощь для нас, и, конечно же, помогаем материально каналу,
Те, у кого есть возможность, на любые суммы, мы за все это будем очень и очень вам благодарны. В сегодняшнем выпуске у меня будет на удивление много анонсов. И начнем с анонса ближайшего события. Я говорю про завтрашний стрим. Завтра в воскресенье в 20:00 я планирую провести на канале очередной 22-й стрим. Так что всех приглашаю, подключайтесь. В прошлый раз было рекордное количество людей. Там количество присутствующих в пике достигало 1000 человек. Но тем не менее я стараюсь отвечать на все вопросы, которые приходят онлайн. И на те вопросы, которые приходят до стрима. Это особенно важные вопросы. Это осознанные вопросы, которые вы задаете вот, ну, там, заранее. Видимо, они вас очень беспокоят. Уже на следующую неделю я анонсирую некое разбирательство с историей с золотым запасом. Давненько мы об этом не говорили, произошли некоторые события, но я могу констатировать пока на данный момент только то, что те деструктивные силы, которые были подключены к решению этого вопроса непонятно кем, с непонятно какими целями, пока нанятые аниматоры Чувилин и Рахматуллин пока привлекли внимание очень незначительного количества людей. Но, тем не менее, события происходят. К сожалению, пока комиссия Курултая Госсобрания толком не начала работать в этом направлении. В общем, я надеюсь, что в ближайшую неделю мы получим больше информации и дадим развернутую картину по этому вполне себе важному вопросу. Я имею в виду решение проблемы золотого запаса. Третий сегодняшний анонс касается чудо-доктора Глеба Глебова. Это явление, которое нам явила опять партия «Единая Россия», в определенном смысле взбудоражило республику. Чудо-доктор был заявлен как некая панацея от ковида. Он участвует во всех возможных перформансах, прямых эфирах и всяких событиях, которые организует «Единая Россия». И от имени этой партии, значит, пытается нас лечить прямо из телевизора. Кто такой этот Глеб Глебов, стало интересно, мы начали копаться и выяснили весьма себе любопытные факты из его биографии. Оказывается, этот персонаж уже очень давно связан с властями, этот персонаж засветился в Крыму, и там на него заведены уголовные дела, связанные со злоупотреблениями и какими-то странными манипуляциями с земельными участками. Этот Глеб Глебов весь в долгах, как в шелках, и за ним больше 2 миллионов за должности, но напрашивается сразу такой вопрос, а кого еще нам могла предложить «Единая Россия» в качестве персонажа? Я не удивлюсь, что «Единая Россия» у нас пойдет на грядущие выборы в Госдуму Российской Федерации в лице Моргенштерна, Глебова и Ахмадинурова, вот эти три богатыря башкирского медийного пространства, вполне себе могут претендовать на то, чтобы представлять интересы жителей республики в Государственной Думе. И если это случится, то нам, конечно, придется уже задуматься, либо нам нужно регион будет менять, либо не допустить вот такого представительства в Государственной Думе. В общем, в следующей передаче обязательно говорим про чудо-доктора Глеба Глебова.